Как нужны нам добрые слова, взгляд в глаза, а в нем любви признанье. Так, чтоб закружилась голова от тепла взаимопонимания. Истина, быть может, и в вине, как считали древние когда-то, но разгадка все-таки в душе, где хранится все, что людям свято. Пусть душа чужая и потемки, и так трудно в ней увидеть свет. Если можно было бы снять пленку, заглянуть в хранимый там секрет. Почему порой у самых близких не находится для нас так нужных слов, а не совершать поступков низких запретить не в силах и любовь? Как порой нужны нам утешенье, просто понимание и совет, чтобы услышать важное нам мнение, чтобы защитить себя от многих бед. Сколько в мире недопониманий, неуменье слышать и прощать, и несостоявшихся свиданий, чтоб друг другу нужное сказать. Как хотелось бы постичь секреты эти, научиться все так изменить, чтоб душа у каждого на свете была доброй и умела нас любить.